уже две шайбы забросил. В предыдущем сезоне в 48 матчах две шайбы. И в этом сезоне в 6 играх тот же самый результат. Браво! А литовец становится очень полезным для своей команды. Ну и давайте смотрим, как Иванов чуть было не оказался на скамейке запасных, но все-таки удержался он на барьере. И не перевалился. Но все равно силовой прием был классный. Замечательный.